Это жесть какая-то, я ни хрена сейчас не понимаю. Короче, позвонила мамка, сказала, что-то с Лерой произошло. Я не понимаю, что с ней могло произойти. Но она, короче, мамка вообще на максимальной панике. Что-то с ней там произошло. А все, что она попросила, просто купить костыли. Куда ты их пьешь? Я даже не понимаю, ни хрена. Сейчас, короче, Кирилл пошел за костылями. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly.